Чебоксары получат более 3 миллиардов рублей в рамках проекта развития системы водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации. Эти средства столице республики выделит новый банк развития БРИКС. Чебоксары и еще 4 города вошли в число финалистов конкурсного отбора. Накануне в Москве состоялось официальное подписание трехстороннего договора между Минстроем и городами-победителями. Проект рассчитан на 6 лет, средства направят на 14 проектов. Реконструкцию загородного коллектора, строительство сетей в частном секторе, модернизацию насосных станций и другие.